метро Юго-Западное. Всем привет, конечно же. Вообще я здесь, чтобы по предложению, ну пусть проедет, как обычно я начинаю говорить, не вовремя, как за ним хвост красный тянется сбоку, когда он едет, Москва. Так, я здесь по, так сказать, предложению зрителя с ником Транспорталиста снять автобус 827 до улицы Островитянного. Нам обещал Транспорталист, что там очень хорошее объявление. Ну вот сейчас мы посмотрим, точнее сказать, послушаем. Вот немножко начну с критических замечаний. Вот в середине висят схемы с автобусами. Ну, грубо говоря, номера маршрутов и в какой выход выходить. Но там нет никакого указателя, где какой выход находится. Понимаете? Надо пройти, так сказать, примерно четверть станции, чтобы увидеть вот такой вот висящий указатель и понять, где же, собственно, третий выход. Это немножко неправильно. Вот такие висят указатели. Просто список маршрутов и все. А где какой выход, я не вижу. Ну, в смысле, написаны номера, но где он реально на станции, нет. Ну, либо я его не увидел, ну, в общем, если он сразу не виден, то это плохо. Ладно, сейчас будем искать. Отсюда поставили эти стойки глазастые. Три-четыре направо. Ну, собственно говоря, я так и предполагал. Очень жарко. Тепловая завеса работает. Погода опять изменилась, солнце светит, снегопад был вчера, опять все в очередной раз под снегом. Так, давайте искать. Наверное, дальше где-то. Снег вчера был очень сильный, прям вот полностью видимость исчезла. Сильный-сильный. Все насыпал, завалил, создал работу коммунальным службам. Но я думаю, что он растает сегодня-завтра. Думал, то ли на прогулку сегодня сделать, то ли поездку, но от прогулки меня остановило то, что сильный ветер начинается периодически. Там на экранах метро пишут до 17 метров в секунду. Ну и дорога такая, не ахти. Идти не слишком удобно, а тут утром как раз открыл и что-то вот обратил внимание. 727 с хорошими объявлениями.
Ну, не знаю, не знаю. Я вообще не знаю, где он. Вот. Вот вижу, 727, 8 минут. Это 642. Что-то я как-то вот... А, там несколько указателей так спрятаны один за другим, чтоб не сразу увидеть. Алло. Да, 827 в этом. Ну ладно, будем ждать. Вот такие желтые номера теперь на транспорте общественном. Вообще бы я бы некоторые серии не выдавал. Вот так вот. Невелика, мне кажется, потеря в емкости. Я смотрю, небо тучками затягивается. Туда идти смотреть. Вообще был бы не против. Потому что солнце, бьющее в глаза, не самый лучший вариант. Но сейчас пока ехал от Коломенской, подумал, что, пожалуй, на стримах любят спрашивать, а что вы ждете там, типа, от транспорта? А ждете вы московский центральный диаметр, спрашивали, когда их еще не открыли. Но отвечая на незаданные вопросы, в общем, по большому счету ничего не жду, потому что нет у меня регулярных таких поездок, которые бы мне требовалось каждый день, ну или несколько раз в неделю хотя бы делать. Пожалуй, единственное, что бы хотелось, это большую кольцевую линию метро и в южной ее части. Было бы, конечно, очень неплохо сесть на станции Кремлёвый бульвар мне и выйти где-то, видимо, там вот у проспекта Вернадского, чем ехать через центр сюда или по кольцевой, как я сейчас ехал. Ну, в принципе, уже привык. Привык и так. Так что обойдусь. Но с другой стороны, по кольцевой всякие именные поезда едут. Тоже интересно бывает. Будут ли они по большой кольцевой ездить, интересно. Не знаю, будут ли они ездить по большой кольцевой, потому что там, наверное, будут современные поезда, будут ли их обклеивать. Черт тебя знает, не знаю. Но это так, попытки сгладить вот это ожидание. Что там пишут на табло? А на табло ничего не пишут. 727 благополучно исчез из списков. Не, его там нет, хотя он был. Это вот такая есть ситуация, когда сидишь, ждешь,
вроде написано там 5-6 минут, потом вдруг бак, он исчезает. Ну, маршрут вообще, я так посмотрел, не сказать, чтобы очень длинный, там где-то порядка 5-6 километров. Но главное дождаться. Холодно, вот ветер, сильный довольно ветер, смотрите, качается вот эта табличка на остановке. Этот не то, 762, а вот следующий за ним, а нет, 227, я увидел семерку на конце, я обрадовался. Отсутствует нужный нам номер. Минус 5 пишет. Ну, вообще, наверное, да. Похоже. Остановка находится в проспект Вернадского, дом 86Б. Выключать камеру не буду. В таких ситуациях я, по-моему, никогда ее и не выключал. Во-первых, дает представление о реальном времени ожидания транспорта. Это раз. Во-вторых, есть любители посмотреть чисто так. Поглазеть на улицу, движение машин. Так что, кто этим всем не интересуется, то в описании будет ссылка на начало поездки. Я надеюсь, что она все-таки начнется. Туда можно перейти. Раньше можно было давать подсказку прямо на экране, кликнув на который можно попасть. Сейчас YouTube это дело закрыл, по-моему, в прошлом году. Т-34 автобус. Вот. Ну, я не знаю, есть у меня мысль попробовать немножко, так сказать, обойти этот запрет. Попробую как-нибудь, может, сделаем. Если удастся, тогда, значит, можно будет просто кликать в ссылку, появляющуюся прямо на экране.
еще что-то такое с семеркой. 707. Двести восемьдесят один. Проезд Карамзина. Раскраска не характерная уже для Москвы. Вот на таком, кстати, надо будет мне прокатиться как-нибудь. Даже не знаю, как его назвать. Большая маршрутка или маленький автобус. Но уже у него задняя площадка такая есть, где можно стоять. Около окошка. Я со своей колокольни все смотрю. Вон он желтенький развернулся и поехал, который стоял здесь напротив нас. 281. Не вижу я отсюда тут табло. Табло не вижу с цифрами. Появилось там, не появилось. Рниму. Это, наверное, сокращенно, отржу не могу. Не, ну тут вообще теснотища, вообще страшная уже.
Да, скоро на троллейбусы будем как на раритеты смотреть, пока они еще ездят. Да, чертовски холодно, между прочим. Особенно рука замерзла от железки, которую держу. Люди уже знают, подходят. Да. Пойду гляну на табло. Ня. Нифига. А, вот, внизу появилось 11 минут, 8:27. Но я не верю ему, оно как появилось, так и исчезнет. Сейчас, грубо говоря, 11 часов, значит, в 11:10 ждать, попробуем. Ну, сами понимаете, что при таких интервалах уже, если дождусь, то уж как будет с объявлениями, так и будет тут. Речь о том, чтобы дождаться следующего и попытать счастье на нем, как его мотает. Нет, тут уж, как говорится, не до жиру быть бы живым. Я прошел, скажешь, вперед погулять, но боюсь, честно скажу, не верю я этим табло. Уйдешь, а он в этот момент проскочит. Ну, вдоль мы насмотримся на проспект Вернадского. Я чувствую сегодня. И опять такая же. У меня, кстати, даже номера маршрута нет. Ну, юго-западная Конькова, можно догадаться по надписи на борту, но номер маршрута что-то я не вижу. А может, у них и не бывает номеров, я не знаю. Я не пользуюсь такими.
Так, это что так? Не. Остановка вообще опустела. Стоят 2-3 человека. Так, 11:05. Вот, 05. По идее, 5 минут. Пойду гляну на табло. А то холодно стоять на одном месте. 727, 6 минут. Ну, вроде как пока движется. Если кто хочет посоветовать, посмотреть, как любит писать, поставь приложение, будешь там все видеть. Ну, ага, да, очень удобно на морозе, одной рукой тут. Смотреть все это. Тем более, что опять-таки я не очень доверяю этому. Много раз было, когда трамвай ждешь, и ничего нет на экране. Потом вдруг раз, а он едет. Заходишь, садишься, едешь в нем, смотришь, а его нет на маршруте. Сам себя не видишь. Другие видишь где-то, а этот нет. Так что тут, в общем, должна быть четкость, понимаете, с моей точки зрения. Грубо говоря, стопроцентная уверенность. То есть ты посмотрел, и ты не видишь там, или видишь, наоборот. Значит, он есть, либо его нет. А вот если такая ситуация, что доверять нельзя, то уже тогда вообще какой смысл смотреть. Часто ходят эти желтые.
Интересно, если никто не сядет, он что, пустой поедет? Таксист тоже постоял, никого не дождался, поехал. Да, пустой поехал. Все. Наверное, он стоит до тех пор, пока вот сзади кто-то не появляется. Ну что, по моим вообще уже почти прошло 10 минут обещанных. Кстати говоря, похожий очень маршрут, да, наверное. Юго-западный до Островитянова. Собственно говоря, я туда и еду. А вот он, голубчик-то. Я-то мечтал на таком проехать, а вот он и пришел. Вот как. Ну-ка, там сзади ездит, наверное. С какой стороны, непонятно тут. Все. Ну как, неожиданно сбылась моя мечта. Хотел проехать, я стоял, говорил и не знал. Слушайте, здесь для съемок классно. Смотрите, ручка, за которой можно держаться. При некоторой сноровке можно даже назад снимать. Ну ладно. Остаюсь здесь пока. Удобно. Где же обещанное объявление?
Остановка 43-й квартал юго-запада. Ну, наконец-то. А я думал, мне повезло. В кавычках. Следующая остановка. Улица Островитинова, дом 2. Ну, конечно. Я сел на заднее сиденье. Неудобно. Здесь колесо, вот оно. Соответственно, ноги задраны. А пересесть вперед неудобно будет снимать там стойка. Значит, только вот на через одно сиденье, если. Ну, там девушка сидит. Остановка. Улица Островитинова, дом 2. Ну, можно, конечно, пересесть в целях комфорта. Следующая остановка. Медицинский университет. Да, здесь, конечно, получше. Александр Брежнову привет.
Остановка. Медицинский университет. Снег пошел. Следующая остановка. Научный центр акушерства имени Бурюлова. Остановка. Научный центр акушерства и гинекологии. Ну вот я один остался. Следующая остановка. Тут городок. Остановка в тот городок. Следующая остановка. Улица Островитинова. Центр культуры. Кто их научил говорить Островитинова? А, вот не понимаю я этого. Я после того, как у себя улица Речников, я услышал улица Речников, я уже ничему Остановка, не удивляюсь. Улица Островитинова, центр культуры. Следующая остановка, улица Академика Арцимовича. Остановка. Улица Академика Арцимовича. Следующая остановка.
станция метро Конькова. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах и подозрительных предметах, не трогая их, немедленно сообщайте водителю. Остановка. Станция метро Конькова. Следующая остановка. Станция метро Конькова. В случае невыдачи проездного билета водителям, просим сообщать по телефону 8-495-787-92-47. Остановка. Станция метро Конькова. Да, потом всем газ. А что? Давай потом Адама. Какая у них такая ситуация? Следующая остановка. Управа района Конькова. Thank you.
Остановка управа района Конькова. Следующая остановка. Улица Островительного, дом 37. Остановка улица Островительного, дом 37. Следующая остановка. Улица Введенского, дом 26. Остановка улица Введенского, дом 26. Следующая остановка улица Введенского, дом 23. Вчера вечером нечто подобное было на улице. Тоже такой же снег с сушняком.
Остановка, улица Введенского, дом 23. Следующая остановка, 6-й направление. Смотрите, метелище какое, а. Если сейчас на улице ждать, не знаю, что делать. Остановка, 6-й микрорайон. Так, и опять я один остался. Да, на велосипеде классно сейчас. Остановка, улица Островитинова. Конечная. Будьте внимательны при выходе из автобуса. Не забывайте свои вещи. Соблюдайте правила дорожного движения. До свидания. Счастливого вам пути.
Ну, замечательно, что мне не пришлось выходить на улицу. Так что поехали обратно, я так понимаю. Следующая остановка. Улица Островительного, дом 41. Вас обслуживает ООО «ИПА». Приятный подъезд. Остановка. Улица Островительного, дом 41. Следующая остановка. Улица Островительного, дом 33. Остановка. Улица Островительного, дом 33. Следующая остановка. Управа района Конькова. Остановка управа района Конькова. Следующая остановка. Станция метро Конькова. Thank you.
Остановка. Станция метро Конькова. Как погода меняется, да? Только что метель страшная. Следующая остановка. Улица Островитинова, дом 27. Ничего не видно было из-за снега, и уже солнышко светит. Остановка. Улица Островитинова, дом 27. Следующая остановка. Улица Академика Арцемовича. Остановка. Улица Академика Арцемовича. Следующая остановка. Улица Островитинова. Центр культуры. Остановка. Улица Островитинова. Центр культуры. Следующая остановка. Тут городок. Остановка. Тут городок. Следующая остановка. Научный центр акушерства и гинекологии.
Остановка. Научный центр акушерства и следующая остановка – медицинский университет. Остановка – медицинский университет. Следующая остановка – улица Островитинова, дом 2. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах и подозрительных предметах, не трогая их, немедленно сообщайте водителю. Остановка, улица Островитинова, дом 2. Следующая остановка, 43-й квартал, юго-запада. В случае невыдачи проездного билета водителям, просим сообщать по телефону 8-495-787-92-47. Остановка 43-й квартал юго-запада. Следующая остановка. Станция метро юго-запада.
Остановка. Станция метро Юго-Западная. Конечная. Будьте внимательны. Вот так вот проехались мы на этом маленьком автобусе. Вот он. От метро Юго-Запада, Юго-Западная, до улицы Островитянова. Я не буду говорить Островитянова, меня ломает. Сейчас многие слова вдруг неожиданно сменили ударение. Я буду говорить так, как я привык. Хотя название, конечно, довольно-таки условно, потому что он, по-моему, большую часть маршрута как раз едет по улице Островитянова. Но называется вот так вот. Все, спасибо транспорталиста за предложение. Буквально сегодня вы там как раз дописали, дополнили. Я вот увидел и что-то решил, что надо осуществить. Погода очень интересная, да? Снег-то начинается очень сильный, то солнце светит. Вот такая зима в этом году. Все, спасибо, кто смотрел. Всем всего хорошего. Мое мнение по поводу вот такого ремонта, отвратительно выглядит станция. Будет очень печально, если Коломенская такой же станет, только желтый. Я рванул вперед из-за номера вагона. Ну ладно, буду выходить, засниму. В общем, на единичку не хватает до всех шестерок. По-моему, пятерка на конце. Не знаю, где там номер написан, нет? Нет, номера вагона нет.
Станция Проспект Вернадского. This is Prospect Vernadskoye. Выйду, смотрю, любопытство не дает покоя. Да, действительно, не хватает единички, да? Ну ладно, не буду дергаться, поеду на следующем спокойно. Но они не подряд идет, следующий вообще не поймешь какой. В конце проскатили предыдущие номера 4, 3, 2, 1, может быть, да, но он уже быстро ехал, я не углядел. Ну вот, почти все шестерки. Ни разу я не попадал в таком вагоне. Ну вот так неожиданно продлилась поездка. Но проспект Вернадского, здесь ремонта нет, плитка осталась. И, в общем, в довольно хорошем состоянии. Все познается сравнение. Вот если с Коломенской своей сравниваю, то тут вообще почти все целое. Вот. Ну ладно, все. Дальше я уже выключу. Ну, только если не придет какая-нибудь красная стрела или там все шестерки в вагон попадет. Ждем. Так, ну судя по свету, это точно не красная стрела. Ну все, значит, я спокойно поеду.